И начнем с темы, которую обсуждал весь город. Взрыв в Светлом. Это произошло на территории частного дома в поселке Взморье. Удар был такой силы, что соседи выбежали на улицу. Пострадал фасад дома, вылетели окна, а осколки неустановленного предмета разлетелись по всему участку. Что произошло на самом деле и кто виноват в произошедшем, подробности в первом материале нашего выпуска. Партнер темы дня – СМП Банк. Один банк до мечты. 20 лет вместе с вами. Позвонила мама нам с мужем и сказала, что дом, где мы все вместе проживаем, взорвали. Карина вместе с мужем и маленькой дочкой переехали к маме 3 года назад. На одной территории частного дома проживает ее 80-летняя бабушка. В тот злополучный вечер девушка вместе с мужем пошли в кино. Дочку отвезли свекрови. После сообщения о взрыве молодые люди сразу отправились домой. На месте уже работали сотрудники полиции. По словам девушки, никто из родственников не пострадал лишь чудом. Ведь бабушка в тот момент находилась на улице, и осколки ее не задели. А вот так выглядит фасад и территория дома после взрыва. Окно полностью вылетело, подоконник отвалился. Все, навес весь отвалился. Со слов пострадавших, полицейский предположил, что это похоже на осколочную гранату. Фрагменты после взрыва разлетелись в радиусе 10-15 метров. Взрыв был настолько сильным, что слышал весь поселок. Со слов девушки, врагов у них нет. В поселке все живут тихо и мирно. Конфликтов с соседями не было. Сейчас семья боится, что похожий случай может повториться. Особенно Карина боится за свою маленькую дочь. Осколки от неустановленного предмета забрали и направили на экспертизу. После будет вынесено решение. Семья надеется, что виновных найдут. Ущерб будет возмещен. В пресс-службе УМВД печатному изданию подтвердили, что жители дома поселка Взморье обращались в полицию. По факту этого обращения сейчас проводится проверка. Накануне в этом районе стреляли фейерверком. В данный момент проводится экспертиза. Случаев взрывов во дворе жилых домов по России немало. Например, в прошлом году в Ставропольском крае один из соседей бросил взрывное устройство через забор. Прямо на участок мужчины, который отмечал день рождения в большой компании. Пострадали 8 человек. Татьяна Лавренова, служба новостей, город.